Ильяр помешался, на девочку не делали. Чуть-чуть на девочку. У тебя какой бой? Основное время не выявило победителя, дается дополнительное время 2 минуты. На татами приглашаются Толстов Илья, Ульяновская область, Карманаев Никита, Республика Татарстан, бой номер 2. Готовится пара номер 3. Петров Владислав, Ульяновская область, Заманов Руслан, Республика Башкортостан. Победу одержал Разливанов Алексей, Самарская область, вышел в полуфинал. На первое татами приглашается пара номер 2. Мазлов Никита, Республика Татарстан, Дергунов Максим, Ульяновская область. Готовится пара номер 3. Минкин Камиль, Республика Татарстан, Молоков Роман, Нижегородская область.
Досрочную победу одержал Дергунов Максим. Ульяновская область вышел в полуфинал. На первое татами приглашаются Минкин Камиль, Республика Татарстан, Молоков Роман, Нижегородская область. Готовятся мужчины, весовая категория 75 килограммов, пара номер 4, Гречишников Владислав, Республика Татарстан, Аверкиев Аздамир, Ульяновская область. На татами номер 2 победу одержал Толстов Илья, Ульяновская область, вышел в следующий круг соревнований. На татами приглашаются юниоры, весовая категория 70 килограммов, Петров Владислав, Ульяновская область, Заманов Руслан, Республика Башкортостан. Готовится пара номер 4, Газиев Никита, Ульяновская область, Беляев Владислав, Удмуртская Республика. Победу одержал Минкин Камиль, Республика Татарстан, вышел в полуфинал. На первый татами приглашается пара номер 4. Гречишников Владислав, Республика Татарстан, Аверкиев Аздамир, Ульяновская область. Готовится пара номер 5. Майоров Евгений, Нижегородская область, Зиньков Андрей, Республика Татарстан. На татами номер 2 победу одержал Петров Владислав, Ульяновская область, вышел в следующий круг соревнований. На татами номер 2 приглашаются пара номер 4, Газеев Никита, Ульяновская область, Беляев Владислав, Удмуртская Республика. Готовится пара номер 5, Ростовщиков Илья, Ульяновская область, Халфеев Тимур, Республика Татарстан. Победу на первом татами одержал Аверкиев Аздамир. Ульяновская область вышел в полуфинал. На татами приглашается пара номер 5. Майоров Евгений, Нижегородская область. Зиньков Андрей, Республика Татарстан. Готовится пара номер 6. Шамсиев Станислав, Оренбургская область. Жуков Владимир, Нижегородская область. Thank you.
На татами номер два победу одержал Газеев Никита, Ульяновская область. Вышел в следующий круг соревнований. На татами приглашаются Ростовщиков Илья, Ульяновская область, Халфеев Тимур, Республика Татарстан. Готовится пара номер шесть. Нурулов Руслан, Ульяновская область, Васильев Иван, Удмуртская Республика. Внимание судей! На первом татами по окончании данного поединка состоится смена судейской бригады. Приготовиться к бригаде номер три. Победу на первом татами одержал Зиньков Андрей, Республика Татарстан, вышел в полуфинал. Смена судейской бригады на татами. На татами номер два победу одержал Халфеев Тимур, Республика Татарстан. Вышел в следующий круг соревнований. На первое татами приглашаются Шамсиев Станислав, Оренбургская область, Жуков Владимир, Нижегородская область. На татами номер два приглашаются Нурулов Руслан, Ульяновская область, Васильев Иван, Удмуртская Республика. Готовится пара номер семь. Каледин Данила, Ульяновская область, Тамазян Сергей, Республика Татарстан. На первое татами готовится пара номер 7. Ветераны 40-44 года, весовая категория свыше 70 килограмм. Яшин Артем, Чувашская Республика, Запасов Олег, Самарская область. Thank you.
Победу одержал Жуков Владимир. Нижегородская область вышел в полуфинал. На татами приглашаются ветераны. Весовая категория свыше 70 килограмм. Пара номер 7. Яшин Артем, Чувашская республика. Запасов Олег, Самарская область. Регламент поединка 2 минуты. Готовятся девушки. Весовая категория 55 килограмм. Халитова Анастасия, Ульяновская область. Осинина Дарья, Нижегородская область. Пара номер 8. Победу одержал Васильев Иван, Удмуртская республика. Вышел следующий круг соревнований. На татами приглашаются пара номер 7. Каледин Данила, Ульяновская область. Тамазян Сергей, Республика Татарстан. Готовится пара номер 8. Прохоров Юрий, Самарская область, Баканин Илья, Республика Татарстан. Победу одержал Запасов Олег, Самарская область. У каждого из спортсменов состоится еще по одному поединку по круговой системе. Победу одержал Каледин Данила, Ульяновская область. Вышел следующий круг соревнований. На татами приглашается пара номер 8. Прохоров Юрий, Самарская область. Баканин Илья, Республика Татарстан. Готовится пара номер 9. Ильин Никита, Чувашская республика. Мануров Азат, Удмуртская республика. На первое татами приглашаются девушки: Халитова Анастасия, Ульяновская область, Осинина Дарья, Нижегородская область. Готовятся юниорки, весовая категория свыше 60 килограммов, пара номер 9. Кочетова Валерия, Оренбургская область, Дашутина Мария, Самарская область. Oh!
Победу одержал Прохоров Юрий. Самарская область. Вышел в следующий круг соревнований. На татами приглашаются пара номер 9. Ильин Никита, Чувашская республика. Мануров Азат, Удмуртская республика. Готовится пара номер 10. Исмаилов Илгар, Ульяновская область. Трапезников Никита, Республика Башкортостан. Победу одержала Осинина Дарья. Нижегородская область вышла в полуфинал. На татами приглашаются пара номер 9. Кочетова Валерия, Оренбургская область. Дашутина Мария, Самарская область. Готовятся мужчины. Весовая категория 65 килограммов. Пара номер 10. Разливанов Алексей, Самарская область. Москаленко Семен, Оренбургская область. Победу в этом поединке одержал Ильин Никита, Чувашская республика. Оба спортсмена проведут еще по одному поединку по круговой системе. На татами приглашаются бой номер 10. Исмаилов Илгар, Ульяновская область. Трапезников Никита, Республика Башкортостан. Тренеры, которые привезли девушек, юниорок и женщин на соревнования, пожалуйста, заранее проверьте, чтобы их маникюр соответствовал требованиям безопасности. Готовится пара номер 11. Хигай Андрей, Ульяновская область. Нефедев Никита, Республика Татарстан. Победу одержал Исмаилов Илгар, Ульяновская область. Вышел в полуфинал. На татами приглашается пара номер 11. Хигай Андрей, Ульяновская область, Нефедев Никита, Республика Татарстан. Готовится пара номер 12. Токарев Андрей, Республика Татарстан. Уфаркин Дмитрий, Ульяновская область. Thank you.
татами номер два по окончании этого боя смена судей. Победу на первом татами одержала Кочетова Валерия, Оренбургская область. У каждой из спортсменки состоится еще по одному поединку по круговой системе. На первой татами приглашаются мужчины, весовая категория 65 килограммов. Разливанов Алексей, Самарская область. Москаленко Семен, Оренбургская область. Готовится пара номер 11. Дергунов Максим, Ульяновская область. Минкин Камиль, Республика Татарстан. Победу на первом татами одержал Москаленко Семен. Оренбургская область вышел в финал. Разливанов Алексей будет биться за третье место. На татами номер два приглашаются Хигай Андрей, Ульяновская область. Прошу прощения, Токарев Андрей, Республика Татарстан. Уфаркин Дмитрий, Ульяновская область. Готовится бой номер 13. Сидоренко Вадим, Ульяновская область. Фаткулин Малик, Республика Татарстан. На татами номер 1 готовится мужчина, весовая категория 75 килограммов. Аверкиев Аздамир, Ульяновская область. Зиньков Андрей, Республика Татарстан. Пара номер 12. Победу одержал Минкин Камиль, вышел в финал. Дергунов Максим будет биться за третье место. На татами приглашаются пара номер 12. Аверкиев Аздамир, Ульяновская область. Зиньков Андрей, Республика Татарстан. Готовится пара номер 13. Жуков Владимир, Нижегородская область. Ахмадеев Рустам, Республика Татарстан. Победу одержал Уфаркин Дмитрий, Ульяновская область. Вышел в полуфинал. На татами приглашаются бой номер 13. Сидоренко Вадим, Ульяновская область. Фаткулин Малик, Республика Татарстан. Сидоренко Вадим с красной стороны выходит. Фаткулин Малик, белый. Готовится пара номер 14. Назаров Родион, Республика Татарстан. Антонов Роман, Ульяновская область.
Победу одержал Зиньков Андрей, Республика Татарстан, вышел в финал. Аверкеев Астамир будет биться за третье место. На татами приглашаются пара номер 13. Жуков Владимир, Нижегородская область, Ахмадеев Рустам, Республика Татарстан. Готовятся мужчина, весовая категория до 85 килограммов. Пара номер 14. Наумов Сергей, Самарская область, Муртазин Раиль, Республика Татарстан. На татами номер 2 победу одержал Фаткулин Малик, Республика Татарстан, вышел в полуфинал. На татами приглашается бой номер 14, Назаров Родион, Республика Татарстан, Антонов Роман, Ульяновская область. Готовится пара номер 15, Толстов Илья, Ульяновская область, Обычев Максим, Ульяновская область. Основное время не выявило победителя. Дается дополнительное время 2 минуты. На татами номер 2 победу одержал Антонов Роман, Ульяновская область. Вышел в полуфинал. На татами приглашаются пара номер 17, Толстов Илья, Ульяновская область. Обычев Максим, Ульяновская область. Готовится бой номер 16. Алимов Руслан, Ульяновская область. Подмацеренов Артем, Республика Татарстан. Thank you.
Победу на первом татами одержал Ахматеев Рустам. Вышел в финал. Жуков Владимир поборется за третье место. На первый татами приглашается пара номер 14. Наумов Сергей, Самарская область, Муртазин Раим, Республика Татарстан. Готовится пара номер 15. Егоров Артем, Оренбургская область, Шевченко Никита, Ульяновская область. Для смены судей приглашаются Круглов Сергей, Серзидинов Артур, Кузиахметов Айрат, Выжимов Кирилл, Глухов Сергей. Победу одержал Обычев Максим, Ульяновская область, вышел в полуфинал. На татами приглашаются Алимов Руслан, Ульяновская область, Бадмацеренов Артем, Республика Татарстан. Готовится пара номер 17, Геронтьев Вадим, Республика Татарстан, Кулик Виталий, Республика Татарстан. Победу на первом татами одержал Муртазин Раиль. Вышел в финал. Даумов Сергей будет биться за третье место. На первый татами приглашается пара номер 15. Егоров Артем, Оренбургская область. Шевченко Никита, Ульяновская область. Готовится мужчина весовая категория свыше 85 килограммов. Пара номер 16. Кисленко Михаил, Оренбургская область. Мещеряков Максим, Пензенская область. Thank you.
Победу на первом татами одержал Егоров Артем. Оренбургская область вышел в финал. Шевченко Никита будет биться за третье место. На татами приглашается пара номер 16. Кисленко Михаил, Оренбургская область. Мещеряков Максим, Пензенская область. Готовится пара номер 17. Глазков Илья, Ульяновская область. Попов Антон, Республика Татарстан. Победу одержал Батмацеленов Артем, Республика Татарстан, вышел в полуфинал. На татами приглашаются Геронтьев Вадим, Республика Татарстан, Кулик Виталий, Республика Татарстан. Готовится пара номер 18, Гурьянчев Кирилл, Ульяновская область, Вафин Камиль, Республика Татарстан. Победу на первом татами одержал Кисленко Михаил. Оренбургская область вышел в финал. Мещеряков Максим поборется за третье место. На татами приглашаются Глазков Илья, Ульяновская область. Попов Антон, Республика Татарстан. Готовятся ветераны. Категория свыше 70 килограммов. Пара номер 18. Яшин Артем, Чувашская Республика. Мартынов Константин, Оренбургская область. Победу одержал Кулик Виталий, Республика Татарстан, вышел в полуфинал. На татами приглашаются бой номер 18, Гурьянчев Кирилл, Ульяновская область, Вафин Камиль, Республика Татарстан. Готовится пара номер 19, Панфилов Александр, Республика Татарстан, Петров Владислав, Ульяновская область. Yeah!
Победу одержал Глазков Илья, Ульяновская область, вышел в финал. Попов Антон будет биться за третье место. На татами приглашаются ветераны. Яшин Артем, Чувашская республика, Мартынов Константин, Оренбургская область. Регламент поединка 2 минуты. Готовятся. Женщины. Белова Анастасия, Ульяновская область, Ибрагимова Рената, Республика Татарстан, пара номер 19. На татами номер 2, дополнительное время 2 минуты. Победу одержал Мартынов Константин. У данного спортсмена состоится еще один поединок по круговой системе. Готовится на первое татами пара номер 20. Зинькова Екатерина, Республика Татарстан. Вадигулина Айгуль, Республика Татарстан. Победу одержал Гурьянчев Кирилл, Ульяновская область. Вышел в полуфинал. На татами приглашаются бой номер 19. Панфилов Александр, Республика Татарстан. Петров Владислав, Ульяновская область. Готовится Газеев Никита, Ульяновская область. Бурцев Даниил, Ульяновская область, бой номер 20. Внимание, судьбы, просьба подойти к столу главного судьи. Плавлов Дмитрий, Кононов Андрей, просьба подойти к столу главного судьи. Thank you.
Победу на первом татаме одержала Ибрагимова Рената. Республика Татарстан вышла в финал. Белова Анастасия будет биться за третье место. На татами приглашаются Зинькова Екатерина, Республика Татарстан, Бадигулина Айгуль, Республика Татарстан. Готовится пара номер 21. Фадеева Ирина, Самарская область, Матлях Анна, Ульяновская область. Досрочную победу одержала Вадигулина Айгуль. Республика Татарстан вышла в финал. Зинькова Екатерина будет биться за третье место. На татами номер 2. Дополнительное время 2 минуты. На первой татами готовится пара номер 22. Перемякова НЖ, Республика Татарстан, Никулина Анастасия, Удмуртская Республика. Победу одержал Петров Владислав, Ульяновская область, вышел в полуфинал. Досрочную победу одержала Фадеева Ирина, Самарская область, вышла в финал. Мотлих Анна будет биться за третье место. На татами приглашаются Перемякова НЖ, Республика Татарстан, Никулина Анастасия, Удмуртская Республика. Пара номер 22. Готовится пара номер 21. Халфеев Тимур, Республика Татарстан, Васильев Иван, Удмуртская Республика.
На первое татами готовится пара номер 23. Гизатуллина Юлия, Республика Башкортостан, Бормотова Елизавета, Республика Татарстан. Мотлихана, ты оставила сережки, подойти к столу главного секретаря. Победу одержал Газиев Никита, Ульяновская область, вышел в полуфинал. Внимание тренеров и спортсменок! Защита на грудь у женщин, проверяйте, раздельная, с чашечками. Рефери будет смотреть, если будет неправильная защита, замечание будет получать. На татами бой 21. Халфеев Тимур, Республика Татарстан. Васильев Иван, Удмуртская Республика. Готовится Каледин Данила, Ульяновская область. Терентьев Егор, Республика Татарстан. Победу одержала Перемякова Инжи, Республика Татарстан, вышла в финал. Никулин Анастасия будет биться за третье место. На первое татами приглашаются Гизатуллина Юлия, Республика Башкортостан, Бормотова Елизавета, Республика Татарстан.
Готовится пара номер 24. Абрамова Ульяна, Удмуртская республика. Осинина Дарья, Нижегородская область. Победу на татами номер 2 одержал Алфеев Тимур, Республика Татарстан, вышел в полуфинал. На татами приглашаются бой 22. Каледин Данила, Ульяновская область, Терентьев Егор, Республика Татарстан. Готовится бой номер 23. Прохоров Юрий, Самарская область, Беляев Дмитрий, Ульяновская область. Победу одержала Бормутова Елизавета, Республика Татарстан, вышла в финал. Гизатуллина Юлия будет биться за третье место. На татами приглашаются Абрамова Ульяна, Удмуртская Республика, Осинина Дарья, Нижегородская область. На татами номер 2 победу одержал Терентьев Егор, Республика Татарстан, вышел в полуфинал. На татами приглашаются бой номер 23. Прохоров Юрий, Самарская область, Беляев Дмитрий, Ульяновская область. Готовится бой 24. Козлов Тимофей, Республика Татарстан, Кудрявцев Андрей, Ульяновская область. На первой татами готовится пара номер 25. Азнаева Ангелина, Оренбургская область, Дашутина Мария, Самарская область. Победу одержала Осинина Дарья, Нижегородская область, вышла в финал. Абрамова Ульяна будет биться за третье место. На татами приглашаются Азнаева Ангелина, Оренбургская область, Дашутина Мария, Самарская область. Врач, подойдите на татами номер 2.
Победу одержала Азнаева Ангелина, Оренбургская область. У данной спортсменки состоится еще один поединок по круговой системе. Победу одержал Беляев Дмитрий, Ульяновская область, вышел в полуфинал. На татами приглашаются Козлов Тимофей, Республика Татарстан, Кудрявцев Андрей, Ульяновская область. Готовится бой номер 25, Лагунов Матвей, Удмуртская Республика, Коненков Дмитрий, Ульяновская область. На первое татами приглашаются мужчины. Весовая категория 65 килограмм. Разливанов Алексей, Самарская область. Дергунов Максим, Ульяновская область. На первом татами поединки за третье место. Победу одержал Кудрявцев Андрей. Ульяновская область вышел в полуфинал. Внимание участников. На татами номер один появилась нумерация за третье места. Можете ознакомиться на стене, которая расположена слева от судейского стола. На татами Лагунов Матвей, Удмуртская Республика, Коненков Дмитрий, Ульяновская область. Готовится бой номер 26. Козлов Клементий, Республика Татарстан, Урисметов Александр, Ульяновская область. На первой татами готовится мужчина, весовая категория 75 килограммов. Аверкиев Аздамир, Ульяновская область. Жуков Владимир, Нижегородская область. Пара номер 27. Thank you.
Победу на первом татами одержал Дергунов Максим. Ульяновская область занимает 3-е место. На татами приглашаются Аверкиев Аздамир, Ульяновская область, Жуков Владимир, Нижегородская область. Готовится пара номер 28, Наумов Сергей, Самарская область, Шевченко Никита, Ульяновская область. Дополнительное время 2 минуты. Победу одержал Коненков Дмитрий, Ульяновская область, вышел в полуфинал. На татами бой номер 26. Козлов Клементий, Республика Татарстан, Урисметов Александр, Ульяновская область. Готовится Ильин Никита, Чувашская Республика, Шкирдов Игорь, Ульяновская область. Победу в этом поединке одержал Жуков Владимир, Нижегородская область, занимая 3-е место. На татами приглашаются Наумов Сергей, Самарская область, Шевченко Никита, Ульяновская область. Готовятся мужчины, весовая категория свыше 85 килограммов. Мещеряков Максим, Пензенская область. Попов Антон, Республика Татарстан. Пара номер 29.
Победу одержал Козлов Клементий, вышел в полуфинал. На татами приглашаются бой номер 27. Ильин Никита, Чувашская Республика, Шкирдов Игорь, Ульяновская область. Готовится пара номер 28. Струнин Никита, Республика Башкортостан, Гладченко Андрей, Республика Татарстан. Победу на первом татами одержал Наумов Сергей. Самарская область, занимая третье место. На татами приглашаются Мещеряков Максим, Пензенская область. Попов Антон, Республика Татарстан. Готовятся. Готовятся женщины. Пара номер 30. Белова Анастасия, Ульяновская область. Зинькова Екатерина, Республика Татарстан. Победу одержал Ильин Никита, Чувашская Республика. Шкирдов Игорь проведет еще один бой по круговой системе. На татами приглашаются Струнин Никита, Республика Башкортостан, Гладченко Андрей, Республика Татарстан. Готовится бой номер 29. Исмаилов Илгар, Ульяновская область, Нигматуллин Айдар, Республика Татарстан. Выжимов Кирилл, подойдите, смена судей.
Победу одержал Мещеряков Максим, Пензенская область, занимая 3-е место. Дополнительное время 2 минуты. На первое татами приглашаются Белова Анастасия, Ульяновская область, Зенькова Екатерина, Республика Татарстан. Готовятся Мотлех Анна, Ульяновская область, Никулина Анастасия, Удмуртская республика. Победу одержал Гладченко Андрей, Республика Татарстан, вышел в полуфинал. На татами приглашаются Исмаилов Илгар, Ульяновская область, Нигматуллин Айдар, Республика Татарстан. Струнин Никита будет биться за 3-е место. Победу на первом татами одержала Зенькова Екатерина, занимая 3-е место. На татами приглашаются Мотлях Анна, Ульяновская область, Никулина Анастасия, Удмуртская республика. Готовятся Гизатуллина Юлия, Республика Башкортостан, Халитова Анастасия, Ульяновская область. Готовятся Гизатуллина Юлия, Республика Башкортостан, Абрамова Ульяна, Удмуртская республика.
Победу одержала Никулина Анастасия. Удмуртская республика занимает 3-е место. Мотлиханна, подойдите за своими серьгами. Победу одержал Исмаилов Илгар. Ульяновская область вышел в финал. Нигматуллин Айдар проведет бой за 3-е место. На татами приглашаются Гизатуллина Юлия, Республика Башкортостан, Абрамова Ульяна, Удмуртская республика. На татами бой номер 30. Хигай Андрей, Ульяновская область, Уфаркин Дмитрий, Ульяновская область. Готовится Фаткулин Малик, Республика Татарстан, Антонов Роман, Ульяновская область. Победу одержала Гизатуллина Юлия, Республика Башкортостан, занимая 3-е место. Сейчас на первом татами начнутся поединки у ветеранов. На татами приглашаются ветераны 35-39 лет, вес свыше 70 килограммов. Дмитриев Дмитрий, Республика Башкортостан, Новиков Алексей, Республика Татарстан. Дмитриев Дмитрий, Новиков Алексей. На татами приглашаются Дмитриев Дмитрий, Республика Башкортостан, Новиков Алексей, Республика Татарстан. Готовится Запасов Олег, Самарская область. Мартынов Константин, Оренбургская область. Готовится Запасов Олег, Мартынов Константин. Thank you.
Победу одержал Уфаркин Дмитрий, Ульяновская область. Вышел в полуфинал. Вышел в финал. Хигай Андрей проведет бой за третье место. На татами приглашаются Фаткулин Малик, Республика Татарстан, Антонов Роман, Ульяновская область. Готовится бой номер 32. Обычев Максим, Ульяновская область, Бадмацеренов Артем, Республика Татарстан. Победу в этом поединке одержал Дмитриев Дмитрий, занимает первое место. Новиков Алексей занимает второе место. На татами приглашаются Запасов Олег, Самарская область, Мартынов Константин, Оренбургская область. Готовятся ветераны старше 45 лет, весовая категория 70 килограмм. Гильмулин Ильгиз, Республика Башкортостан, Каскевич Игорь, Самарская область. Готовятся Гильмулин Ильгиз, Каскевич Игорь. Основное время не выявило дополнительного победителя. Дается дополнительное время 2 минуты. На татами номер 2 также дополнительное время 2 минуты. Thank you.
Победу одержал Запасов Олег, Самарская область. Занимает первое место. Мартынов Константин занимает второе место. И Яшин Артем занимает третье место в этой категории. На татами номер два. Последний раунд. После него обязательное решение судей. На татами номер два победу одержал Фаткулин Малик. Вышел в финал. Антонов Роман проведет бой за третье место. На первое татами приглашаются Гильмулин Ильгиз, Республика Башкортостан, Каскевич Игорь, Самарская область. На татами приглашается бой 32. Обычев Максим, Ульяновская область, Батмацеренов Артем, Татарстан. Готовится Кулик Виталий, Татарстан, Гурьянчев Кирилл, Ульяновская область. Готовятся ветераны старше 45 лет, весовая категория свыше 70 килограммов. Алексеев Андрей, Республика Татарстан. Хайрулин Ренат, Республика Башкортостан. Победу одержал Обычев Максим, вышел в финал. Батмацеренов Артем проведет бой за третье место. Победу на первом татами одержал Гильмулин Ильгиз, Республика Башкортостан, занимает первое место. Каскевич Игорь из Самарской области занимает второе место. На татами бой 33. Кулик Виталий, Республика Татарстан, Гурьянчев Кирилл, Ульяновская область. Готовится бой 34. Петров Владислав, Ульяновская область. Газиев Никита, Ульяновская область. На первое татами приглашаются ветераны старше 45 лет. Алексеев Андрей, Республика Татарстан. Хайрулин Ренат, Республика Башкортостан. Хайрулин Ренат приглашается на поединок.
Хайрулин Ринат приглашается на татами. Победу одержал Гурьянчев Кирилл, Ульяновская область, вышел в финал. Кулик Виталий проведет бой за третье место. На татами приглашаются бой номер 34. Петров Владислав, Ульяновская область, Газеев Никита, Ульяновская область. Готовится бой 35. Халфеев Тимур, Республика Татарстан, Терентьев Егор, Республика Татарстан. Победу одержал Газеев Никита. Ульяновская область вышел в финал. Петров Владислав проведет бой за третье место. На татами приглашаются бой 35. Халфеев Тимур, Республика Татарстан. Терентьев Егор, Республика Татарстан. Готовится бой 36. Беляев Дмитрий, Ульяновская область. Кудрявцев Андрей, Ульяновская область. Победу одержал Алексеев Андрей, Республика Татарстан, занимает первое место. Хайрулин Ринат занимает второе место. На первом татами объявляется небольшой перерыв, после чего начнутся финальные поединки у остальных категорий спортсменов. Thank you.
Победу одержал Терентьев Егор, вышел в финал. Халфеев Тимур проведет бой за третье место. На татами приглашается бой номер 36. Беляев Дмитрий, Ульяновская область. Кудрявцев Андрей, Ульяновская область. Готовится бой 37. Коненков Дмитрий, Ульяновская область. Козлов Клементий, Республика Татарстан. Победу одержал Кудрявцев Андрей. Ульяновская область вышел в финал. Беляев Дмитрий проведет бой за третье место. На татами приглашаются бой номер 37. Коненков Дмитрий, Ульяновская область. Козлов Клементий, Республика Татарстан. Готовится бой номер 38. Мануров Азат, Удмуртская Республика. Шкирдов Игорь, Ульяновская область. Thank you.
Победу одержал Коненков Дмитрий, вышел в финал. Козлов Клементий проведет бой за третье место. На татами приглашаются Мануров Азат, Удмуртская республика, Шкирдов Игорь, Ульяновская область. Бой за второе и третье место. Готовится бой 39. Струнин Никита, Республика Башкортостан. Нигматуллин Айдар, Республика Татарстан. Победу одержал Шкирдов Игорь, занимает второе место, Мануров Азат третье место. На татами приглашаются Струнин Никита, Республика Башкортостан, Нигматуллин Айдар, Республика Татарстан. Готовится бой номер 41. Бадмацеринов Артем, Республика Татарстан. Кулик Виталий, Республика Татарстан. Shut up!
Победу одержал Струнин Никита. Республика Башкортостан занимает 3-е место. На татами приглашаются бой номер 41. Бадмацеринов Артем, Республика Татарстан. Кулик Виталий, Республика Татарстан. Готовится бой номер 42. Петров Владислав, Ульяновская область. Халфеев Тимур, Республика Татарстан. Дополнительное время 2 минуты. Thank you.
Победу одержал Кулик Виталий. Республика Татарстан занимает 3-е место. На татами приглашаются Петров Владислав, Ульяновская область, Халфеев Тимур, Республика Татарстан. Готовится Беляев Дмитрий, Ульяновская область, Козлов Клим, Республика Татарстан. Победу одержал Халфеев Тимур. Республика Татарстан занимает 3-е место. На татами приглашаются Беляев Дмитрий, Ульяновская область, Козлов Клементий, Республика Татарстан. Thank you.
Дополнительное время 2 минуты. Победу одержал Козлов Клементий, Республика Татарстан, занимает 3-е место. На татами номер 2 объявляется перерыв 10 минут. После перерыва на татами номер 1 пройдут финальные поединки. Сначала среди девочек-юниорок, затем среди юниоров, затем женщины и заканчивают мужчины.